Эффективность центробежного насоса зависит от размеров и пропорций его рабочего колеса. К основным размерам рабочего колеса относятся диаметр ступицы, диаметр вала, диаметр входа в колесо, диаметр начала лопаток, внешний диаметр колеса, начальная ширина лопаток, конечная ширина лопаток, толщина лопаток, начальный и конечный углы наклона лопаток. Углы наклона измеряются между касательными к лопатке и лучами, направленными противоположно вращению колеса.